4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Good luck. Cheers. Thanks. Кипер Уго Льюрис. В обороне Бен Дэвис в паре с Эриком Дайером. Льюрис. В обороне Бен Дэвис в паре с Эриком Дайером. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Харри Кейн. Скай дерби. Да, тогда матч закончился на 15 минут раньше из-за того, что стало слишком темно, чтобы продолжить игру. Тогда, кстати, счет был 2-1 в пользу Тоттенхэма. Они здорово идут вперед. Один соперник отыгран, идет вперед он. Один соперник отыгран, идет вперед он. Удар головой, и вратарь играет здорово. Здесь сколько угодно можно подбирать эпитеты к игре вратаря, но он сыграл действительно превосходно. Центр штрафной пошел мяч. Не просто всегда играть головой, и сейчас не получилось у него попасть в створ. Думаю, хотел бы он сам этот момент переиграть, но удар у него совсем не получился. Тренеру момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое, и гол обязательно придет.